Алло, слышишь? О, Мишка, да. Салам алейкум, брат. Валика. Слушай, помнишь, ты мне как-то барана обещал? Чили? Ты Что? мне барана, говорю, как-то обещал. Помнишь, я тебе помог тот раз? Я тебя что обещал, баран? Барана, да. Моя рука дает тебе обещать, а не, не помнишь. Ну, блин. Ты кто? Ахмед зовут меня. Помнишь, Ну и? ты на машине как-то застрял, я тебе помогал. Ты мне сказал, если что нужно будет, проси. Вот мне барашка срочно надо. С женой развелся, брат, не могу. Я не понимаю, кто застрял? Ты как-то застрял, помнишь, я тебе помогал. Ну, какая у меня машина? О, боже. Я не помню, но она точно не иномарка была. Вот хоть убей, не Да вот вспомню. именно, у меня никогда советская не была, у меня иномарка всегда. Ну, вот, я же тебе и говорю. Эй, ты говоришь, что у тебя не иномарка была. Я говорю, точно у тебя иномарка была. И ну и как? А, ты... Я вот... Это когда было, я не помню просто, понимаешь? Понимаю тебя, брат, но вот, блин, не могу я вспомнить точно, вот уже третий день бухаю, не просыхаю, чаще и так далее. Ты мне все-таки барана-то дашь, нет? Я тебе говорю, откуда я тебе баран возьму? Ты голодный? Да. Тебя и что, обязательно барана, иди это, мясо купи. Ну так я у тебя и прошу его. Ну ты, я вот еще, я что-то не понимаю, понимаешь? Ты откуда? Я тебе как-то помогал, ты мне сказал, тип. Я буду признателен, я просто не понимаю, когда Таджикистан, можно брат, так ну как ответить. так? Что? Таджикистан, ну я тебе как-то помог, ты мне сказал, будет любая проблема, ты мне позвони. Я тебе звоню, и твой голос узнал. Бля, как зовут сейчас, это не помню. Где-то на листочке у меня записано было. И вот у меня проблемы возникли, я тебе и звоню. Ну, брат, ну, вот сейчас обидно было. Пойду застрелюсь, наверное. Вот как Помню. друзья поступают, да? Ну, я, наверное, тогда повешу сейчас. Не, я это как. Может, я мясо куплю, а ты говоришь, что там голодный. Не, брат, уже все поздно. Я, наверное, это повешусь. Я не знаю, ты не узнал меня. Меня мама даже не узнал. Все, брат, не могу. Не могу, умереть хочу. Ты даже меня не узнал. Не могу, говорю, умереть хочу. Ты даже меня не узнал. Прости, брат, не жить мне в этом мире. Все, брат, я прямо сейчас прыгаю. Да. Брат, не могу. Ты можешь объяснить, что случилось? Алло.
Я говорю, возможно, я не понимаю, что ты говоришь. Я не плачу. Ну, как я тебя отвожу за 10 минут? Окей.